Всем привет! Blender 2.8. Погнали, еще тут одну фишку разберем. У меня уже были ролики, именно как сделать, русифицировать Blender 2.79. Так что давайте рассмотрим теперь, как русифицировать 2.08. Для общего понимания, что кнопки значат, хотя бы вам прочитать, что в них написано. Но потом все равно, наверное, нужно будет переключиться на английский, потому что если вы будете смотреть какие-то ролики в YouTube, то получается там все на английском. На русифицированном никто не работает. Ну, погнали. Так, опять эту картинку уберем. Левая кнопка мыши на свободном месте щелкнем. Это нам пока не надо, пусть висит. Открываем Edit. Открываем преференции. И вот высвечивается Blender Preference, вот такое вот окошко. И вот здесь вот написано Translate. Translation. Вот вы ставите галочку. Ну и сюда галочки обязательно поставьте. Вот загрузочная заставка. Все русифицировалось. Короче, все очень просто. Написано перевод, редакторы, отображение. Все. Ваша программа русифицирована. Автоматически, вот написано, язык автоматически. Можно поставить французский, немецкий, арабский, испанский, короче, каталонский, абхазский, иврит. Короче, много тут языков, что прикольное. Даже японский и корейский есть, украинский, вьетнамский. Прикольно все, короче. Ну вот, теперь все на русском. Так, отношения, коллекции, вид, выделение, добавить, объект, объектный, правка, рендеринг, окно, справка и так далее. Все прочитайте, все уже понятно. Все, всем пока.